Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Это праздник тех, у кого, как говорилось в нашем любимом фильме «Офицеры», есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня в нашем жестком, сложном, постоянно меняющемся мире мы видим, как важно иметь сильную армию. А наша армия сильная. И сильна не только современным вооружением, хотя это тоже важно. Она сильна, потому что в ней служат сильные духом люди. Люди, воспитанные на примере нашей истории, на примере наших предков, на примере наших героических ветеранов. И люди в погонах пользуются неизменным уважением, потому что каждый знает, что эти люди не подведут. Они настоящие защитники. У них хорошая подготовка, опытные командиры, а за ними боевой опыт предков. Я желаю всем нам, прежде всего, мира. И не сомневаюсь, что мы будем твердо стоять на его страже. А главное, мы знаем, что вы стоите на страже мира. И чем сильнее наша армия и флот, тем больше мы гарантированы, что у нас будет мир и порядок. Я желаю вам добра, благополучия вашим семьям, ведь они ваш тыл, ваша опора. Со своей стороны, ленинградцы всегда будут поддерживать наши воинские части и словом, и делом. С праздником, дорогие друзья, с Днем Защитника Отечества!